модуль был отличным, запусти его быстрее. Думать тоже здесь не надо, импровизации важнее. Как только модуль запустился, брось его на самотек. Ты и так в него вложился, пусть все будет как идет. И не нужно всем студентам помогать везде во всем, так как в отзывах напишут, не помогал он нам ни в чем. Преподавателям скажите, пусть читают, что хотят. Ничего не объясняйте про проекты у ребят. Преподаватель не стремится цены школы разделить, пусть продолжает он на парах видосики крутить. Отзыв дневный получил, ты пропусти же ты его. Отзывы, что выше тройки, для тебя важнее всего, чтобы супермодуль вам забабахать для понтов. 2-3 модуля в один объединить, ты будь готов. Для того, чтобы было проще, ты команды собери. Человек по 20-30, легче будет раза три. Если результат не видишь, сам не знаешь, что да как, просто ты скажи студентам, сами думайте вот так. Чтоб студентам было легче, ты наставников найди, но таких, чтобы с командой было им не по пути. И оценивать не нужно, кто что сделал, кто вложил. Оцени оценкой общей, за проекты будет мир. Ну зачем вообще партнеры, ну не приходят они к нам. Пиши ты сам задание, играй компанию ты сам. Добавить вишенку на торте в модуле ты не забудь. Меняй условия почаще, не дай студентам ты уснуть. Когда студенты и на паре перестанут приходить, сделай вид, что ты не видел, но зачем людей будить? Кто-то скажет, модуль длинный, будьте вежливы, взаимно. Владелец модуля все знает, кто-то тронет, покусает. Ох, покусает. Это только часть того, что здесь можно обсудить. Владелец модуля, он человек, а человеком нужно быть.